В этом видео расскажем, по каким первым симптомам можно понять, что почки срочно нуждаются в лечении. Эти симптомы люди часто не замечают или списывают их на небольшое недомогание. Почки являются фильтрами нашего организма. Они выводят из организма отходы и излишки жидкости, участвуют в регулировке давления и влияют на уровень гормонов. Поэтому, чтобы не допустить интоксикации организма, очень важно следить за здоровьем почек и вовремя начинать лечение. 7 важных симптомов, на которые нужно обратить внимание. Отеки. Они появляются из-за излишков жидкости в организме. Если почки не справляются с выведением жидкости, то появляются отеки. Наиболее заметны они на ногах или вокруг глаз. Регулярное появление отеков говорит о заболеваниях почек. Хроническая усталость. Почки вырабатывают гормон, который регулирует количество производимых эритроцитов. При дефиците этого гормона мы чувствуем постоянную слабость и усталость, а также появляется анемия. Головные боли и головокружение. При заболеваниях почек в организме накапливаются токсины, которые мешают работе мозга. Вследствие этого нарушается концентрация внимания, падает работоспособность, появляются головные боли и головокружение. Причина этому – анемия и воспаление почек. Пена в моче. Пена может появляться во время сильного напора. Это норма. Однако, если помимо этого вы заметили у себя и другие симптомы, то стоит обеспокоиться. Это говорит о наличии в моче белков и токсичных веществ, которые появляются из-за неправильной работы почек. Помутнение мочи и изменение цвета. При проблемах с почками моча может быть цветом от бледно-желтого до темно-янтарного. Помутнение указывает на появление камней в почках или инфекцию мочевыделительной системы. Иногда это может быть вызвано обезвоживанием. Однако, если при этом вы пьете нормальное количество воды в день, то стоит заняться здоровьем своих почек. Боль в пояснице. Боль в пояснице может быть вызвана воспалительными процессами в почках. Обычно она локализуется под ребрами, справа или слева от позвоночника. Иногда может также болеть в области паха или живота. Такую боль легко спутать с болью в поясничном отделе позвоночника и запустить болезнь. Поэтому лучше незамедлительно обратиться к специалисту. Частые позывы к мочеиспусканию. В норме ходить в туалет 6-8 раз в день. Если вы ходите в туалет чаще, то это может говорить о таких заболеваниях, как пиелонефрит или мочекаменная болезнь. Необходимо обратиться к врачу за обследованием. Относитесь внимательнее ко своему здоровью, берегите себя и будьте здоровы. Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!